Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прибыл с рабочим визитом в Североказахстанскую область. Во дворце школьников он встретился с североказахстанцами. Жители воспользовались возможностью задать самые волнующие вопросы главному спасателю страны. Подробности далее. Министр по ЧСРК Юрий Ильин прибыл с рабочим визитом в СКО. Во дворце школьников он встретился с североказахстанцами. Напомню, министерство воссоздали 2 года назад. За это время усилили профилактическую работу по пожарной безопасности с сельхозтоваропроизводителями. В области создали порядка 45 мобильных групп по тушению степных и лесных пожаров. Установили видеонаблюдение в лесных массивах. На вооружении более 600 единиц техники, 400 добровольных формирований. Организованы трансграничные учения. Безопасность обеспечивают ЧСники, но в первую очередь граждане должны быть бдительными сами. Но те трагические ситуации, которые происходили в том числе на других регионах Казахстана, показывают, что зачастую наши граждане не соблюдают элементарные правила эксплуатации газобаллонного оборудования. Тот обычный газовый баллон, который у нас эксплуатируется в частном секторе, это так называемая мини-бомба, которая может привести к трагедиям с гибелью большого количества людей. Вы помните ситуацию, которая произошла у нас на территории Акмолинской области, ваших соседей, когда жители заправили газовый баллон на автогазозаправочной станции, что правилами запрещено категорично. Затем в зимних условиях с целью того, чтобы принести его в дом и подключить к приборам приготовления пищи, они поставили около печи, и, соответственно, произошло разрыв газового баллона с разрушением домовладения, возгоранием, что привело к гибели 5 человек сразу. В домах СКО установили более 1200 датчиков, которые снижают риски гибели и отравления угарным газом. С 2014 года контроль за безопасной эксплуатацией газового оборудования возложили на акиматы. Сейчас разрабатывается законопроект, в котором планируется предусмотреть усовершенствование норм в области пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны, создание Республиканского национального центра управления в кризисных ситуациях, улучшение социального пакета сотрудникам. Сейчас задача моя, прежде всего, как министра, стоит о том, чтобы добиться совместно с правоохранительной системой нашими коллегами Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, прежде всего, это социальные пособия для наших сотрудников за поднаем жилья, потому что это денежное удовольствие не позволяет получить, соответственно, возможность участвовать в различных программах по приобретению жилья. Будем добиваться надбавки за работу в рисках чрезвычайной ситуации. Североказахстанцы воспользовались возможностью задать самые волнующие вопросы главному спасателю страны. Пользуясь случаем, я бы хотел к вам напрямую обратиться, если возможно, после этого совещания подробности объяснить нашу позицию по данному вопросу и, возможно, выработать какое-то решение, которое позволило бы обеспечить бесперебойность, ну и, как следствие, безаварийность эксплуатации газовой сети. С удовольствием вас выслушаю и готов рассмотреть ваше официальное заявление для того, чтобы мы создали экспертную группу, как говорите, комитет по делам строительства, энергетики и наших специалистов для того, чтобы найти какое-то соломоновое решение для того, чтобы действительно проще всего запретить, а найти пути решения. Газовые пробки, тем более конденсат, они тем самым тоже могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. После отчетной встречи с населением Юрий Ильин принял граждан лично и рассмотрел их вопросы. Касательно статистики, за 7 месяцев текущего года по стране снижено количество ЧС на 4,7%, в области на 12%. В министерстве также констатируют снижение числа погибших на 23,5%, на 35% в нашем регионе.